Вот такое местечко. Это поселок Комсомольск, 20 километров от Калининграда. Проверим здесь работу нашего ДМР-репитера. 70-ка, который болт-район. 1, 2, 3, 4, 5, РУ-2, ФАЦ-тест. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, РУ-2, ФАЦ-тест. 1, 2, 3, 4, 5, РУ-2, ФАЦ-тест. Видимо, что-то там было сначала не так. Посмотрим уровень сигнала нашего, который у нас здесь получаем от репитера. Минус 105 дБ. Минус 109 дБ, проверка связи, тест. Напомню, что порог самый минимальный 125. Минус 125, отсутствие сигнала. Дебил, проверка связи, тест. 111 дБ, проверка связи, тест. Давайте отойдем, может, куда-нибудь еще. Вот 124. 111 дБ, проверка связи, тест. То есть, в принципе, разговаривать можно. Давайте попробуем кого-нибудь позвать. Здесь РУ-2 ФАЦ, поселок Комсомольск, 20 километров от Калининграда. Записываю видео, кто-нибудь меня слышит? Прием. РУ-2 ФАЦ, рядовой комендор на дворе Балтийское шоссе. 40 минут из города управления Люблина, Питера, Абриктер. Ну, немного у тебя тоже плавает сигнал, наверное, как у меня. Принято. А сколько ты от Калининграда уже? За 30 начала передачи. Ветер шумел слишком сильно. Ни разу не разобрать было потом. Лучше стало. Не знаю, в движении тут. Внутри леса я тут поэтому, может. И подрываться. Внешняя антенна. 5 ватт на двойку. Ага, принято. Я с хэндика, 4 ватта на 70-ке. Ну, принято, хорошо, спасибо за тест. Удачной дороги, аккуратней за рулем. Р2, Федор 2 на море, Р2, ФАЦ 73. Федор 2 на море, 73.